Для удешевления кредитов в сфере сельского хозяйства фермеры южных регионов республики предлагают создать агробанк. Об этом было заявлено накануне в Шымкенте, где состоялась конференция Союза фермеров Казахстана. Вопрос о создании специализированного аграрного финансового института поднимается в Казахстане регулярно. Однако эта инициатива еще не нашла поддержки со стороны государства. Вместо создания отдельного банка власти предлагают вовлечь действующие коммерческие банки в кредитование АПК. Кроме агробанка, у Дихкан есть и другие предложения. Это увеличение орошаемых и пастбищных угодий, снижение цен на ГСМ и субсидирование бахчевых культур. И все проблемы, поднятые по областям, по регионам, ставим перед правительством, ну, естественно, перед Министерством сельского хозяйства, перед парламентом и перед соответствующими министерствами. Почему? Потому что вопросы касаются не только Министерства сельского хозяйства, есть Министерство юстиции, есть Министерство водного хозяйства, есть Министерство экономики, финансов и так далее.